На пары в лес самые активные студенты техникума электромонтажа и связи отправились сегодня убирать мусор на берег Солзенского шоссе. Вместе со специалистами Северодвинского лесничества и представителями администрации города они приняли участие в экологической акции «Живи лес». Хорошая погода, приятная компания и полезное дело. Второкурсница Евгения Малыгина уже второй год участвует в экологических акциях. Вот и на этот раз, не раздумывая, вместо учебников и конспектов взяла в руки грабли. Я сюда приехала, чтобы помочь людям здесь прибраться, потому что мы очень сильно загрязняем окружающую среду. И чтобы было чище и самим стало приятнее здесь находиться. Но мне кажется, все равно то, что нужно показывать людям пример, чтобы они, по крайней мере, могли убрать за собой, а не вести себя. К примеру Евгении сегодня последовали еще 12 студентов с разных курсов техникума электромонтажа и связи. Ребята вместе со специалистами Северодвинского лесничества и представителями администрации города приняли участие в экологической акции «Живи лес». Проблема местных жителей города Северодвинска на отдыхе оставляет за собой много мусора. Приезжают отдыхать, после себя ничего не убирают. В результате мы видим большое захламление, горы мусора. Берег у Солзенского шоссе не единственное место, которое в рамках акции убирают волонтеры и экологи. В Куртяево выезжаем постоянно, убираем и на реках, и везде, где туристы отдыхают, на Ширшиме. Беспокоимся о природе, о окружающей в нашей среде, поэтому стараемся убирать. Вовремя, чтобы пока до морозов. Силами экологов и студентов сегодня удалось собрать более 30 мешков с мусором. Результат хорошего отдыха безнравственных северодвинцев. Так что прежде чем оставить после себя лишнюю бумагу, подумайте, что кто-то может последовать вашему примеру, отнюдь не образцовому. Мария Воробьева, Павел Пунанов, Вестник Северодвинска.